Что такое? Что за приколы? А жареных гвоздей не хочет. Сейчас. Не дается. Док Систер. Нет, не Док, не Кассини. Док Систер. Этот Вайпер Марк 4. Хватает. Хватает. Но он же умрет от гонщика. Зачем? Патруль. А, ну я далековато пускаю. Ты очень хорошо пускаешь мины, но я стою на месте. Ну я не успею довернуть за него, да? Минер Геннадий. Жаль, что я не на орке. Сейчас бы орка мне сильно пригодилась. О, чаф. Нет, с чафами я не буду. Ну, я не знаю, мне что орку взять. Блин, не успеваю. Я не успеваю навестись на эту хрень. А на бусте по дуге. Не-не-не, это опасно, он мин раскидывает. Я же не этот. Как его? Да блин, ну дайте довернуть-то. Почему рельсы не наводятся-то? Теперь можно торпедой, ну прямо в упор. Сбил щит. Ходи? Да, пошел. Достал ты меня. Ну я же могу орку взять, в самом-то деле. Зачем? А, ну вот смотри, он тебе сбил щит, а дальше что будет делать? Дальше стреляет рельсами или чем, я не знаю. Там, блин, куда идти-то? Это система, которая у меня авик. Зануда. Как, а, блин. Да, у меня двери. Элитка управления тупое. Дай мне на авик прыгнуть. Ну, давай, до свидания. Давай, до свидания. Ну, что поделать. Орку берем. Надо поганца проучить. Чтобы не вел себя плохо с честным пиратом. Я же к вам со всей душой. Зачем вы так со мной? Реверсии его лол. Ну блин, у меня что-то как-то в упор хороший совет. Нет, так торпеды у меня на щит рассчитаны. Зачем торпеды в упор? Я гончими. Ну блин, короче.